Почему лидеры сетевых компаний идут в нашу компанию Success Together? Давайте посмотрим. 1 мая будет 27 лет, как мы связаны с сетевой индустрией. И я сейчас каждому слову отдаю отчет. Я говорю истинные вещи. Когда мы выбираем компанию, мы выбираем по определенным критериям, как сейчас сказала Галина. Да? Понятно, что стоит кто во главе, мы уже сказали. Амбициозный, молодой, дисциплинированный. В первую очередь. Президент компании – это Шаура Андрей Артурович. Дальше. Это однозначно продукт, о котором я уже сказала, который поднял меня, ну, можно сказать, что до того и после того, есть на руках соответствующие документы, которые говорят о том, что продукт работает не на 100, на 1 000 000%. Потому что я ушла от онкологии за очень короткий промежуток времени. За очень короткий. Ну, понятно, что маркетинг-план – это один из критериев. Маркетинг-план, которому аналогов в мире нет. Поверьте, я в прошлом учитель математики и информатики, я умею считать. И я всегда в любой компании маркетинг просто рассчитывал и просматривал. Для меня это главное. Потому что понятно, что мы можем зарабатывать, но самое главное, чтобы зарабатывали наши люди, которые придут за нами. В этой компании есть вывод. 4 способами. Какой вы способ выберете? Это только все в ваших руках. Вот это очень круто, это один из классных критериев, понимаете? Когда компания на старте сделала все для всех нас, взятых вместе с вами. И еще что здесь прельщает, что есть система. Я понимаю, что во многих компаниях есть система. Но, ребят, когда мы увидели, какая система здесь, поверьте, такой системы нет нигде. Самая главная фишка, самая главная фишка корпорации Success Together, то, что у нас здесь классный играющий тренер. Да. То есть человек, который встал вместе с нами, точнее с вами, мы-то пришли чуть позже, а вместе с вами встал и в один день начал свой бизнес, как обычный дистрибьютор. И он день за днем показывает нам свои результаты и говорит: ребята, догоняйте, я вам показываю, что делать, куда что писать. Да, вот это самое классное. Да, когда сам президент обучает этому ТикТоку, это правда, но это правда дорого стоит. Ну где вы видели президента, который бы обучал обыкновенных дистрибьюторов, новичков, которые только пришли в компанию? По 6 часов. Пошли. Вы это видели. А знаете еще, что греет? Греет, что мы в 1%. Так вот, очень круто. Ребят, что мы попали с вами вместе все. Мы все вместе, по сути, начинаем. В 1%. Вы представляете, что будет через полгода? Через год. Ну что, что мы заработали там 2 миллиона долларов, там евро когда-то еще было, на самом деле, больше. Это было там. И наша задача заработать в этой корпорации во много раз больше. Минимум в 10, а лучше в 100 раз. Цели есть. И самое главное, что мы здесь все вместе. Мы вместе. Вместе. Успех вместе. Это правда дорого стоит. По вопросам пишите мне в личку. Присоединяйтесь в нашу дружную команду Success Together.